Ну, ничего не видно. Эпическая сила, какой он красивый тут стоит. Где ПМВ, бля? Пользователь пришел в твой... Пользователь. Никакой аутентичности. В меня пришел пользователь, вот это поворот. Всем привет! С вами Ева, Арматоп и проект RedBeer. Игра 29 октября. Миссия устройства. Играем на ванильной арме на карте Altis. Играем за вооруженные силы Altis, Altis Armed Force, сокращенно AAF, в простонародье зеленые. Мы в атаке, и наша основная задача захватить зону красных, попутно уничтожая их. Наше отделение выдвигается вместо боевых действий на лодочке с мини-ганчиком, и я, как обычно, с пулеметиком. Чем все это закончится, вы узнаете при помощи монтажа чик-чик через полчаса, ну а я через полтора часа миссии. Удачи! Давай к метке 3-3 АТП, где-то они там, карта на Мельсель. А, карты нет, вот давай на ровно... На восток и по берегу на юг. На восток, потом по берегу на юг. Тебя сориентирует этот АТПшник. Этот АТПшник. Наша задача что делать? Напрягаться. Я уже напряжена. Напрягаться сильней. Есть на запад от воды. Слышите? Титан нашу сторону просматривает только. Вот высоковольтка идет над нами. Как хотя раз туда вот пойдем. Пойдем? Пойдем. Надо захватить Титан. Темпа. Из него мы сможем вынести всю технику против. Одна ракета, да? Да. Ладно, пойду сползаю на гору к нему. Ну, он там может быть не один, там даже техника может быть. Да он просто ходит где-то в жопе, вот на южной части горы. Особо не вылезает к северу ближе. Дарк, мы к вас с востока к вам. Так очень какой-то ефрейтор Кот говорит. Это его брат. Близнец? Нет, помладше. Ты младше, ты же старший. Он помладше. С нами старший брат, что? Дарк. А, мы Титан захватили. Но он техника на севере минка стоит. Стреляет. Марита у них должно быть. И он эфрит боевой метк. Че, Лев, видишь эти? Сейчас только начал осматриваться. Вон трассера видно же, откуда стреляет. Азимут 20. Это от тебя. Нет, я у вас на горе. Азимут 20, я даже поместить могу сейчас. Под горой меня. Если ты оттуда, откуда стреляешь. Я сейчас его взорву, С4. Кого ты взорвешь? Тех. Какую? Которую вы не видите. А, я вижу, вижу, стоит боевой, да. У забора катать. А страйдер на высоте это наш? Ой, эфрит. Ну он пустой. Он пустой. А да не сутил пустой. Как захватывать сеть? Типа включаешь на Т, на там.
Не знаю, попробуй по-разному. Ничего не работает. Тепла. Ракета заряжена? Тепла не работает. Блин. Тогда она наводится по прицелу. Да. Только это, представьте, слышишь, Лев? Лев. Да. Азимут 321 от нашей горы. Херня. Да ее видишь, да? Да, да, да. И там пех возле нее прям лутает ее. Ну да. Он РПГ достал. Да. Он напускает. А может его ебнуть? Попробуй. Ладно, я и это взорву внизу технику. Тогда, а вы там другую ищи. FPS, конечно, я манал. Нормально. На фул прорисовку поставь. Так чё, типа он не работает, я так понимаю? Стал нормально. Да веди сам её, если он стоит, стреляй, как дуром веди. Окей, пробую. Есть. Хорош. Попадали. И пост такой, что делать? Сейчас я второй секунду. Задвигался этот. По тебе работает? По мне. Вообще по высоте, по-моему. Это же техника работает, не могу ее увидеть. Какая-то хрень вообще. Мне показалось, она с запада, да, била? В зону. Я еще попробую побегаю. Ух ты, там... Зоны, по-моему, стреляют снайпер. Ну вот я о том же, он где-то вот... Где вот моя метка, пехота со стрелочкой, вот он в этом районе. Вот может где-то 55-я высота, может в зоне где на в юго, по северо-востоке зоны. Нет, Ева, он именно где-то вот на юге. Я попросил его, именно там такой угол был. Он именно где-то далеко. Потому что я был на метке Альфа 3.2 сейчас, а туда можно попасть только с юга, чуть-чуть юго-запада. Ну где-то тут у меня должен быть. В скором времени. Так, и что же нам делать? Я что, командир? Ну нам же не вечно стоять на этой высоте, что тут делать? Ну, можете пойти, как я, по берегу. Ну, я, короче, по восточной стороне туда спускаюсь. По берегу идти безопасно. Можно обойти и с юга зайти на эту кусок вот зоны. Метки.
кубик херач там, где на башне будка вот эта, слышь? Там. Там поц. Там машина ездит. Да на башню, блин, где будка наверху башни? Не машину же. Вот эта башня здоровая, стоит гигантская хуйня, у нее есть будка наверху. Там можно еще и ходить вокруг нее. Понял, понял. Кубик, это вы в море? Да. А что, у нас лодка серая была? Ниже чуть миниган перелет, слышишь? Еще ниже чуть. Во. Вот сейчас будка. О, нормально, пошла по вышке. Там осторожнее, водолаз поднимается к нашей вышке. Погрейтесь, перестаньте, ребят, слышите, можете задеть его вот он. Мы должны просто в красном квадрате же быть, да? Уже. User left your channel. Кобик, слышь, я сейчас на моторной лодочке поплыву тут. Нет, не поплыву. Мы попробуем с той стороны зайти. Что, это с запада? Да.
user left your channel. User left your channel. User left your channel. User left your channel. Симс, ты жив? Да, на метке. Чё, захватываем? Хэй, узнал. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. Смотрите меня там, не зашибите, я тут бегаю. Слышь, руины, видишь, что ты? Да, мы все уже. Мы вы расстрелялись? Ну да. Это где метка, типа, все еще жив? Наверное. Ну я сейчас туда подойду. Тут возле вышки один бегает со мной.
Ты ГФ-шку бег? Да. Вот в правой части дома, вот он. Убил одного. Убил одного. Все, я его убил. Я подхожу. Сорожни, там кусты еще могут быть опасны. А, вижу тебя. Тут внутри в домике. Это что? Железном. Пиздец наших, оказывается, много. А? Только не в зоне. Да. Блядь. Фрэд, сегодня психу не надо. Чё, Фрэд жив? Угу. Правильно, вроде. Горы трупов. Чё, держа, вон там мины пригодились хоть? Чё, да, да. Вон страйдер, видишь, без колёс стоит. На мину? Чё? На мину наехал? Да он несколько разминировал, тут, блин, так бы, наверное, троих подорвало, а не одного. То есть быстро. Устройство, вы, кстати, бахнули, да? Давно. В начале. На крышку надо было подниматься, чему подняли. Прямое устройство стоит. Вася, ты язык убил? Да. Язык, конечно. Почему у нас МКТ партизан раздет? Или он был такой уж? Он с техники вышел, с трейдера. Mm. А кубик че раздет? Тоже с техники вылез. Пором мы идем, да вообще неизвестно, кто проиграет. А устройство-то чего не забрали, нет? Я же его видела, я его увидела. В домике, что он сидел там. А, уже эти NPC-шников убили. Что? Он, по-моему, этот у них КС, да? Дружишка там. Крылёк спрятал. Сам. Кубик сразу ворует технику, а нет. Надо услышать сейчас об этом немножко. Туда гранатку вообще ништяк было.
Но у меня уже не было гранат. Собралась такая. Вся граната одну выкидываю. Кемпа вот подальше присесть, сразу убить. Лёша, всё. Глушак убери! Эй, Лёха, лишь бы фраг украл. Гранату! Yes! Всё. Мало, кубик надо было сразу гранату унести. Не ждать это. Забавненько. Штурманули. Слушай, а счет-то ведь смотри какой, да? И все, глянь, все в рассыпуху. Нету такой особо-то кучек, да? Лёха, а ты? Да. Эй, чё ж ты не дождался гранатки-то туда? Давай, блядь, договорились. Давайте открываем темпа, такой я защищаю. Ну, сразу ну стрелять. Там что такое? Такое договорились. Сначала я подошел, ну... Все подходили, никто дверь не открыл, я решил открыть. Открыл в сторонку, слышу стрельба, думаю, все, Кэмп его убил. Раз, а он живой. Ух ты! А почему так? Че, все, что ли? 11-13 и все? Захватили.